Привет, мальчики и девочки. Сегодня хочу рассказать про игрушку Jungle Animal World. Это ящерка. Она выглядит таким образом. Коробочка. Ящерка — это не просто ящерка. У нее гнутся лапки. Вот таким образом. Загинаются. Вообще их можно вертеть в любые стороны. Передние, задние. Может принимать любое положение. Голова тоже крутится. Но с трудом. Хвостик крутится. Можно его сгибать. Красивая игрушка. Ребенок с ней играет очень много. Ну, в основном он вот так ползает. Классная ящерка. Правда, у нее очень большие почему-то лапки. Обычно у ящерок лапки меньше. Но это прям огромные. Стоит она недорого. Покупал в каком-то торговом центре. В общем, рекомендую. Можно сделать вот так даже, как-то поизвращаться на ней. Вот таким образом. Либо посадить ее просто, чтобы она сидела. О, как она сидит отлично. В общем, такая ящерка. Подписывайтесь на мой канал. Всегда будет много игрушек, обзоры постоянно, интересные игры. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.